О, здравствуйте, Слава. Здравствуйте. Как удачно, что двери почти закрылись. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое околокультизм? Ну, это что-то об инвалидах. Ну, если это не про инвалидов, то это про смерть. Про поиск и про смерть. Околокультизм – это свежий огурец с медом. Это пощечина общественному вкусу. Мне снился сон про группу «Артпогреб». Мы давали интервью, и это новое было опубликовано в газете «Антенна». Но мне очень понравилось то, что там не было ни одного группового фото, и там была фотография соседнего дома с тем гаражом, где мы записывали наш альбом. Это было очень душевно. И не записывали альбом в гараже? В сарае. О, здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Как хорошо, что мы вас здесь встретили. Да. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, что такое околокультизм? Ну, в детстве мне мать рассказывала. У них было такое, значит, лакомство, да? Свежий огурец с медом. Вот это очень странное что-то, вот это непонятно. Вот это и есть околокультизм. Околокультизм – это свежий огурец с медом. Не могу ничего рассказать. Альбом как альбом. Просто лажали, херачили. Ну, херачили, и получилось. Да? Так лажали или херачили? Так лажали и херачили, получилось же нормально. Ну, то есть, я включаю нормально. Ну, то есть... Грэмми, конечно. Вот Херби Хэнкок, значит... Манды Кикс и да, мы. И мы. Вот где-то вот троица. Вот получается согласен. Вот так. Да, блин, классно было. Хорошо. Мы еще фульфпех придумали. Мы придумали слово фанк. Не только рэп, но и регрессивный рок. Лоу-фай. Анекдот. Хорошо. Здоровые, живые. И пололи грядки. Еды хватало что-то. О, Андрей, привет, здравствуйте. Привет. Как удачно, что хорошо, что мы вас здесь. Мы встретили вас тут. Скажите, пожалуйста, что такое околокультизм? Околокультизм для меня это своего рода какая-то борьба между тем, чтобы сделать дорого и богато, и сделать плохо, но с душой. Каждый раз разную партию играешь, Андрей. Включи еще раз тогда первую, что. Понимаете, это копия без оригинала, понимаете? Это как оригинал копии. Вот это.